Контрафактную продукцию, которая не представляет опасности, например, одежду, можно передать в детские интернаты и дома престарелых. Ничего страшного в этом не видят представители саратовской таможни. А давать конфискат нуждающимся можно, например, по заявкам Министерства образования или социального развития. Правда, в этом году такой схемой таможенники не пользовались. С начала 2015 года сотрудниками ведомства выявлено более 43 тысяч единиц контрафактных товаров. Так, недавно изъято 4 тонны незаконно ввезенных конфет «Клубничка». Контрафактные сладости сожгли. Такая же участь ждет и санкционные продукты. С начала года на территории Саратовской области их уничтожили более тонны. Мясная продукция – это более тонны мясного шпика, значит, которые изъято уничтожены совместно с Росхознадзором. Это сыры, если не изменять память, из Италии. Это цветы, это фрукты, яблоки и так далее. Вот это основная, значит, товарная группа, которая попадает вот в поле нашего зрения. Сжигается. Все сжигаем. По словам начальника саратовской таможни, на территории региона есть лишь один пункт пропуска – аэропорт. Но, тем не менее, в результате хитроумных схем нарушителям все же удается провести санкционную продукцию.